Добрый день, уважаемые трейдеры! Вы смотрите еженедельный обзор рынка от компании IFC Markets. На прошлой неделе рынок Форекс был весьма волатильным, однако в итоге курс основных валютных пар почти не изменился. Давайте кратко вспомним основные события. В понедельник индекс доллара вырос благодаря повышению американского производственного индекса ISM в мае до 55,4 пунктов. После этого инвесторы заметно уменьшили активность в ожидании очередного заседания Европейского центрального банка, которое состоялось в четверг. По его итогам ЕЦБ понизил ставку рефинансирования с 25% до 15%, депозитную ставку до минус 0,1% и ставку по маржинальным кредитам до минус 0,4%. Кроме этого, было объявлено о подготовке к запуску программы по увеличению ликвидности за счет денежной эмиссии. На первом этапе ЕЦБ в течение 4 лет предоставит банкам ЕС долгосрочные кредиты на 400 миллиардов евро. Далее он может приступить к выпуску активов, по примеру, ФРС и Банка Японии, если понадобится. Первоначальная реакция инвесторов была предсказуемой, и курс евро к доллару бодро пошел вниз. Однако позднее он заметно укрепился. Во-первых, инвесторы поняли, что прямо сейчас эмиссия не начнется, да и снижение ставки рефинансирования оказалось меньше прогнозов, предполагавших, что она в итоге составит 0,1%. Во-вторых, глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что ниже данных уровней ставки уменьшаться не будут. При этом он ожидает, что в этом году инфляция в ЕС составит 0,7%, в 2015 – 1,1% и в 2016 – 1,4%. Данный прогноз заметно слабее предыдущего целевого уровня в 2%. И это несмотря на тот факт, что рост потребительских цен уже 8 месяцев держится ниже 1%. Для участников рынка это стало дополнительным подтверждением, что ставки уже достигли своей минимальной границы. По нашему мнению, ЕЦБ целенаправленно проводит политику ослабления евро и, скорее всего, добьется своего. Теоретически, тренд вниз пока может выглядеть предпочтительнее. В пятницу вышли позитивные экономические данные в США. Они вызвали укрепление американского доллара и снижение единой европейской валюты. Количество занятых в несельскохозяйственном секторе non-farm payrolls в мае совпало с прогнозами и составило 217 тысяч человек. Таким образом, данный показатель превышает уровень 200 тысяч уже четвертый месяц подряд, впервые с января 2000 года. Улучшение ситуации на рынке труда повышает вероятность роста учетной ставки ФРС. На этой неделе в США наиболее значимые данные выйдут в четверг. Ими станут безработица за неделю, розничные продажи, экспортно-импортные цены и производственные запасы. В пятницу будет объявлен индекс производственных цен и индекс настроений потребителей от Мичиганского университета. По нашему мнению, большинство предварительных прогнозов являются позитивными для американского доллара. Основная статистика еврозоны на этой неделе также появится в четверг и пятницу. Сначала выйдет промышленное производство и ежемесячный отчет ЕЦБ. В последний день недели будут объявлены данные по занятости и торговый баланс в еврозоне, а также инфляция в Германии. В отличие от США, мы полагаем, что прогнозы европейских показателей выглядят нейтральными. Желаем вам успешной торговой недели. Оставайтесь с IFC Markets.